В старооскольских парках и скверах начались кинопоказы на свежем воздухе. Сегодня на набережной реки Оскол классика советского кинематографа лента «Полосатый рейс». Завтра в 7 часов вечера уличный кинотеатр будет работать в парке железнодорожников. Здесь покажут фильм «Кавказская пленница». В субботу в это же время на набережной Оскола можно будет увидеть известную картину Владимира Меньшова «Любовь и голуби». А в воскресенье 30 июня старооскольцев ждут «Джентльмены удачи». Организатор показов – дирекция парков и скверов.